все тексты практически про себя пишешь. Столкнулся с ситуацией, обязательно нужно написать ее сразу же. Все должно быть задокументировано. И вот бывают такие ситуации, когда нам нравится человек, который принадлежит кому-то другому. И мы, в свою очередь, можем также принадлежать кому-то другому. И страсти накаляются, потому что запретный плод, он очень сладок. Он, может быть, уже и не нужен, но так как запретный,